«Эхо Москвы» в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски». Глыба. Контар. Глыба льда. Буз контара. Глыба льда. Буз контара. В Уфе на женщину упала глыба льда. Уфада бир хатын кыз үстіне буз контары келіп түшкен. В Уфе на женщину упала глыба льда. Уфада бир хатын кыз үстіне буз контары келіп түшкен. Эхо Москвы в Уфе и мусульманская религиозная организация «Ихлас» Кировского района Уфы представляют рубрику «Говорим по-татарски».